Строительство школы в новом микрорайоне «Горизонт» в южной части областного центра идет опережающими темпами, сообщают областные власти. На выходных на объекте побывал губернатор. Образовательное учреждение на 550 мест должны сдать в начале лета. Напомню, в «Горизонте» строят около 100 тысяч квадратных метров жилья. Микрорайон обеспечат автономными системами жизнеобеспечения, собственным отоплением, водоснабжением и очистными сооружениями. На сегодняшний день по газовой котельной у нас все документы сформированы, разрешительная документация получена. Да. Ждем на следующей неделе уже первую подачу газа. На сегодняшний день обеспечен тепло. Запланировали уже заполнение трубы с понедельника. У нас с 1 февраля уже будет заселение первых квартир. Кроме школы, в жилом комплексе строят 2 детских сада. Они практически готовы. Сейчас идет их передача на баланс муниципалитета. Ожидается, что учреждения примут малышей к 1 июня.